молиться. Ну, сейчас у нас 10 вечера. А у вас... Рада ваш голос слышать. Я очень рада. Как хорошо, что эта связь существует, Господи, слава Богу. А у вас рисунок-то какой появился? У меня не знаю. Вот сейчас я сейчас покрою, сейчас я голову закрою. Сейчас. Вы сейчас дома? Да, дома. Сейчас. Ой, нет, это не то. Вот. Сейчас появится, я вижу. Сейчас, нет. Вот, направьте. Вот, теперь видать. Видите меня? Да, вижу. Как вы, отец Игнатий? Да слава Господу. Сегодня у нас было полное годовое собрание. Я сейчас ужал программу. И к утру оно у меня будет на моем форуме и в Mail.ru. Так что посмотришь, побудешь на нашем собрании. Вы знаете, отец Игнатий, только что я слушала лекцию, там говорит один тоже вот верующий человек, он говорит, что если, говорит, вам, говорит, повезло, говорит, вы, говорит, общаетесь, вы меня слышите, отец Игнатий, хорошо слышите? Отлично слышу, хорошо. Слава Богу, за все слава Богу. Он говорит, что если, говорит, вам повезло, вы общаетесь со святым человеком, говорит, то у вас, говорит, по жизни будут удачи, говорит. Одно, говорит, то, что вы, говорит, его голос слышите, говорит, это вам, говорит, помогает, да. Я так сразу про вас вспомнила. У меня же сейчас в жизни такого человека, как вы, нету, чтобы я назвала святым, да. Я сразу думаю, слава тебе, Господи, дай Бог ему, чтобы он много-много долго жил, чтобы вот мне так везло. Ну, хорошие так... у нас воспоминания у всех остались, что у вас побыли. А, отец Игнатий, вы показали там вот нашим, вот, то есть вашим, да, вот те, кто там, девочки, женщины все? Конечно. А что они говорили? Все удивляются, радуются. Да, они это не ожидали, да, наверное, что я такая. Они, наверное, думают, что я какая-то такая, совсем такая красивая, все, а то увидели такое не очень. Никак, никто даже, я думаю, что никто даже не подумал. Наоборот, когда мы у вас были, вы говорите, как она восхищается и прочее это. Вы восторженные такие, это сразу все заметили, что с вами легко общаться. У нас люди рассудительные. Да, конечно. А там то, что у нас расхождение, отец Игнатий, это мы же не виноваты, у нас просто книга там так написана, поэтому как-то... Кстати, я потом порыскалась тоже, да, я около вас не могла, посмотрела все поподробнее. На самом деле я нашла вот эти противоречия, то, что вот с Библией, да, а вот это уже никуда не деться, уже Бог нам судья, как говорится. Ну, там небольшие такие противоречия, но все-таки я потом сестре рассказала. Отец Игнатий, вы меня слышите? Хорошо. Я потом сестре рассказала, она посмотрела даже, не то чтобы так рассказала, она видела, да, ролик, то, что вы поставили туда, на YouTube. Она мне говорит, Самира, говорит, ну как, говорит, ты, говорит, могла такую вещь сказать? Она крещенная тоже, христианка, ну, сестра моя. Что она сказала-то? Она мне говорит, ну, говорит, как, говорит, ты, говорит, могла, говорит, такую вещь сказать, что, говорит, Иисус, говорит, не умер на кресте, говорит. Сейчас, говорит, они будут думать, что, говорит, все в Азербайджане так думают, как ты. Я говорю, нет, ну почему они так будут думать? Они же знают, что это не так, да? Нет, он умер и воскрес, это однозначно. Он умер и воскрес. Господь, да. Бог есть любовь, и Он любовь к нам явил в Сыне Своем, в Иисусе Христе. Я не проповедую, не опровергаю никого. Моя задача – людям дать радость во Христе. Он умер за нас. Грехи мои прощены, Его кровью омыты. В этом весь смысл. А нравственные законы – это уже в Ахарлана Неру, у других мы можем найти. Это у меня кошки тут перед глазами бегают. Отец Игнатий, вот смотрите, родной, да, я просто... Это, у вас есть время, вы можете со мной говорить? Конечно, я вас не отвлекаю. Вы мне скажете, когда вы должны будете, да, идти, чтобы я не задел. Отец Игнатий, вот просто, да, вот мы всегда с вами размышляем, я не собираюсь, вот как бы, да, там, что-то, у меня намерения, не дай Бог, неплохие, нет. Просто вот смотрите, я когда читаю, после вас я почитала опять и подумала, вот давай я посмотрю на арабский, я же арабский знаю, да, и я посмотрю, как там.
В общем, в оригинале я посмотрела, на самом деле, вот там так. А все-таки, вот у вас не бывает вот какое-то сомнение, что «а я же оригинал не видел, а вот мне посмотреть вот там». Но я не хочу в вас вот это как бы сомнение вливать. Нет, это ваша вера, вы меня правильно поймите, абсолютно. Я уважаю вашу веру, очень люблю вас за это. Но все-таки не было никогда, вот, никогда. Что вот я оригинал никогда. Не читал. Это сразу считается от лукавого, то есть от дьявола. Во-первых, это доказательство 2000 лет. Далее. Живые свидетели – это ученики Христовы. Далее. Они творили чудеса, прошли по всему миру. Христианство вышло не на борьбу с людьми, а за людей. Вот сейчас, допустим, мы встречаемся с кем бы то ни было. Ну, это, конечно, большая разница. Убивай врагов. Другое дело – люби врага. Ну, любой, откройте сура 5, 20 аят, это понятно. Вот я на своем форуме выставил, вчера беседовал имам, я понял, имам он или кто-то, в татаре, татар. Он сидит, беседует с отцом Дмитрием Смирновым, но видно, что очень грамотный, речь его чистая, очень богатая. И он об этом говорит, как Коран одной буквой меняется. Коран говорит... побеждает меч, то есть он сильнее меча, то есть человек может не воевать, а который ваххабит, они говорят, мечом добавляют одну букву, и все, Коран побеждает мечом. И человеку, с которым они встречаются, они ему говорят, ты веришь написанному в Коране? А куда он не верит? Кинжал в горло. Верю. Смотри, говорит, как написано. Это он говорит, сидит там за круглым столом, и видно, что очень грамотный, это редко встречает таких людей, мусульманин. И он показывает, что он не отрицает ничего, но говорит, что как могут по-разному толковать. Это же самое и у нас. Люди, которые не знают Евангелия, они пытаются делать так же, как вот воюют, которые люди. У нас этого нету. Враг голоден, накорми, жаждет, напой. У нас этого нет. Вот мы, вот, ребята наши все молодые, мы пишем заявление в военкомат, что мы отказываемся... от военной службы с оружием в руках. Поэтому сегодня закон Российской Федерации разрешает альтернативную службу, ну, направить там за больными ухаживать вместо 2 лет, 3 года. Это может быть. Вот и все. Мы христиане, мы не воюем. Вот к истинному православию, если вы зайдете у меня на книге, там любите врагов ваших, а я говорю вам, я привожу свидетельства с 1 века всех. Мы бьемся за мир тем, что мы молимся за правителей, но не больше того. Но говорят, а вот сейчас ты дома с детьми, враг лезет, не убей. На первом месте. Я могу обороняться, я могу по рукам ему там стукнуть, его вызвать, убежать. То есть вариантов несколько, но не убить. Христос пришел, говорит, если раньше было ненавидеть врага твоего, а я, то есть а я, это противоположный, говорю, любите врагов ваших. Поэтому, вот недавно у нас нашего брата, врача, он врач краевой больницы, его, да ты с ним переписывался, Яковлев Виктор Андреевич. Да. И направляют в Чечню. Ну, он пришел, а что делать? Я говорю, идти, конечно, надо, но только ты как врач идешь. Ну, а там попадешь в плен, тебя убьют, или ты их лечить будешь, но ты христианин, ты будешь со Христом. Мы, вот наше какое окружение от нас, ни одной пули от нас не выйдет. Мы нож в руки не возьмем. Мы христиане. Мы христиане, мы дети нашего Бога любящего. Он за нас отдал Сына Своего Иисуса Христа, и Он умер за мои грехи. Он мое место занял на кресте. Я преступник, а Он за меня умер. Это заместительная жертва. Вот в чем смысл веры. Ты не... Как это так? Это с 1 века, тем более Синайский манускрипт хранится... Евангелие Нового Завета в Британском музее, а он принадлежал России, они продали его за 500 тысяч долларов в 36 году. Отец Игнатий, а у вас там есть кто-то, вот, кто вот все-таки вот на иврите, вот как было Иисусу послано, вот кто знает, вот изучает и может читать вот этими буквами? Какими? На каких написано тогда? Да, на иврите. Ну как же у нас переводы даже постоянно новые делают? У нас очень грамотные люди. Притом языки в оригинале это еврейский, древнееврейский и греческий. У нас перевод делал, вот большую часть Нового Завета сделал Герасим Петрович Павский. Он писал учебники для еврейских школ и шивотов.
Представь, что писать грамматику для школ, это как у Кейза, и он был воспитатель царских детей. Вот. Да. Или, допустим, Хвольсон Данил Авраамович, еврей, природный еврей, доктор филологического университета Лейпцига, доктор философии. И он переводит ветхозаветные книги. Это природные евреи. Он русский, принял православие, православный, но по национальности еврей. Как он не знает? Он? Это его родной язык. У нас переводы самые высококачественные. Вот у нас перевод Корана Крачевского. Это его, кажется... Крачковский. Крачковский, да. Это его знания. Сегодня я не знаю, у кого такие есть знания. Вот как. Это арабисты были, прекрасные люди. И сомневайся, что Коран переведен неправильно, даже основания никакого нет. Хотя я арабский не знаю, но у меня есть совесть. Вот я что-то не понимаю. Ну, незнакомая бывает такая область. Я немало не расстраиваюсь. Я начинаю молиться, Бог дает мне книгу, дает таких друзей, с кем я знакомлюсь. И это все без натяга. Я в это верю. Господь любящим его содействует. Вот в чем дело. Я рада вас видеть. Отец Игнатий, мне понравились ролики. Вы там выставили то, что вот учительница детишек учит. Песни они поют там. Мне очень понравился этот ролик. Помните, да, они там сидят на скамеечке маленькие и про Соломона поют, про Иисуса. Песни, помните? А потом заходят на службу, да? Да, потом заходят на службу. И какая прелесть это. Я всем рассказываю, я говорю, вот смотрите, видите, какие вещи делают они, молодцы. Просто здорово. Наши дети, это все мирные дети. Наши никогда не прольют крови мусульман ни одной капли. Нигде, никогда. Мы отличаемся от православных, которые служат в армии, их посылают, благословляют. Мы в православии чужие. Отец Игнатий, кстати, извините, я вас перебила. Я сказала Мурсялю, да, что вот вы говорили насчет того, чтобы поехать, да, вот в Сибирь туда. Да, да. Он говорит, спроси, за сколько им обошлась эта поездка в Баку, чтобы мы знали, говорит, сколько нам нужно, если вдруг на самом деле надумаем поехать, сколько приблизительно надо туда, вот, да, денег, вы не знаете, приблизительно хотя бы. Да вы на самолет-то пойдите там у себя спросите. Мы же на своей машине ехали. Ты ехали... Откуда мы ехали? Из Болгарии. Представь, какой круг-то. Поэтому наши цены так вам как подойдут? Наш путь нельзя проделать. Мы сейчас вот молимся, чтобы Господь благословил у нас поездку в этом году. Закончите. Поездка очень длинная. Мы думаем через Грецию пройти до Португалии. Ой, оттуда Маша. Пройти в Англию, дальше пройти через Данию всю Скандинавию. Пройти на машине этой? На машине на своей. Скандинавию пройти, дальше перепрыть Балтику и полностью всю Северо-Балтийские республики и начать работать по северу. Бог вам в помощь, отец Игнатий, силу вам. Да. Вот сейчас книги только вчера послали в Америку, отец просили. Отец Игнатий, извините, кто-то еще делает вот такую, как вы? Никто. По-моему, нет. Это невозможно сделать. Ни до нас никто этого не делал, и после нас не сделает. Такого богатства ни у кого нет. Это 38 книг моих. Я еду как автор. У нас буквально все двери раскрываются. Я везде дарю книги. Понимаете, это нельзя сделать. Одно дело, я привез там несколько коробок Евангелия издал. Другое дело, я автор. Автор, вот сейчас, который читает, я отвечаю на 4124 вопроса. Вот на моем сайте, ты посмотри. Там отдельное мусульманство, отдельная папка. Я нашла, я видела, я посмотрела там. На любой вопрос. Я не видела. Да. Там никаких нападок нету. Я объясняю, что такое старообрядчество, что такое там про евреев. У евреев 176 вопросов отвечаю. Это вопросы, которые я в разных университетах вел занятия, в воинских частях, в милиции. Три радиопрограммы вел, когда. Это Бог делает. Да, Бог делает, конечно. Вы бы никогда не смогли сделать, если Бог не позволил бы. Конечно. Даже шагу не сделать. Мы сейчас вспоминаем, мы невероятная вещь. Мы вернулись, главное, мы вернулись, полтора раза быстрее сделали, потому что график был исключительно жесткий у нас. И мы прошли по нему. Мы сделали все от начала до конца, что у нас было запрограммировано. Вот сейчас для нас первые два вопроса, которые надо разрешить. Молим Бога, чтобы Господь показал, где у нас будет ставка, куда послать литературу, 4 тонны.
Это где-то примерно за Москвой, Калужская область, вот в этом районе. Потому что южнее уже мы не пойдем, там у нас все. Мы порайонно прошли Ставропольский край, порайонно Ростовскую область, порайонно Краснодарский край, все районы. В каждом районе наши книги находятся. Мы прошли фактически 444 города и района. Слава Богу. И все, и везде, вот мы за два только года подарили на 7 миллионов 150 тысяч. А у меня пенсия 5 тысяч всего. У меня ничего нету. И Бог так делает, что, говорит, как апостол Павел пишет, мы, говорит, нищие, но всех обогащаем. Слава Богу. Это дело Божье. Без Бога да, конечно, отец Игнатий, что вы, кто сомневается, я даже ни на секунду не сомневаюсь. Я только единственного Бога прошу, чтобы Он вам дал силы, и время много-много, чтобы вы могли еще больше это сделать. Знаете почему, отец Игнатий? Потому что я вам говорила, да, вот заходишь в интернет, там в основном все вот эти полуизвините, голенькие все ходят, все. Вот, а к вам заходишь, сразу вот о вот, русском народе сразу мнение меняется, понимаете? Что вот посмотрите, какие они женщины, вот как в старину, да? А изменилось же все это. В советское время они же погубили все это. Вот настоящая русская женщина же такая же всегда была. Впрочем, как и наши тоже. Заходишь покрытые такие, свежие какие, чистые все, слава Богу. Вот душа радуется просто. Думаешь, вот молодец. Вот клянусь, я знаю, что это вы делаете. Ну, то есть Бог через вас делает это. Я это понимаю. Так что... Вы только смотрите, вот сейчас какие у нас ролики идут. Но вы как-то одно время, я нашел в ваших словах ко мне, что вам нужен свой канал. И у нас свой канал в Ютубе, была? Да-да. Канал, ага. Канал «Во свете Библии». Запиши себе. А я уже там, я туда... Вот. Знаете, сколько я смотрю там роликов? Вот сейчас администрация нашего Ютуба ставит ролики, которые мы привезли. Одна с вами беседа у вас дома. Отец Игнатий, вы зайдите туда, я туда комментарии пишу. Пишу вам спасибо вам за все, что вы делаете, пожелания пишу и так далее. Там я уже посмотрела где-то роликов 10 минимум. Вот. Я все смотрю, очень интересно, очень здорово. Видите, я ставлю на Mail.ru и на форум. А администраторы у меня отобрали эти, которые были миссионерские поездки, потому что у них качество лучше. Вы, говорит, сильно ужимаете, я не могу по-другому. А они их ставят так, что чисто, более чисто. Аппаратура-то не особенно, ах ты какая. Так что они теперь ставят более медленно, но более чисто. Да, там, чтобы звук немножко побольше сделали. Но как его, видимо, не могут сделать. Можно, можно, отец Игнатий, они, наверное, не знают. Там есть место внизу, вы скажите, запомните, да, вы, отец Игнатий? Да, конечно. Скажите им, там есть место, называется громкость. Громкость там можно подвинуть мышкой, увеличить до максимума. Вы им скажите, я тоже раньше не знала, когда делала ролики. Это делала, это уже готовая запись. Она какая у нас там записана, и такая, это не делано. Ее нельзя выше сделать. Можно, можно. Но для этого нужно поработать. Значит, как это делается? Ну, на всякий случай скажу вам, да? Переформат делают через Hillsoft программу. Переформат через Hillsoft программу. После того, что переформат делают, значит, перекочевывают на программу Movie Maker. Это самая легкая программа, да? Да. И вот там на Movie Maker уже, вот там есть место, написано громкость. Вот те ролики, которые низкокачественные, с низкой громкостью, да, их там громкость можно увеличить. Ну хорошо, я скажу. Да, ну вдруг, если на всякий случай, если такой ролик будет, что совсем будет так. А вот там сейчас выставили ролик, я был в Грузии, и там в Тбилиси внутри храма проповедую. Видела? Да, это видела, но я еще не смотрела. Я увидела... Отец Игнатий, я посмотрела, вот армянин там, режиссер, он с вами говорит, и это вы ему доказываете, что Бог есть, а он в конце немножко там что-то сказал, что немножко типа как атеист, да, мирской человек видно, да? Вот это тоже мне очень понравилось. Ой, он Карен, и мы согласились за него, молимся с целым коллективом. Я даже молюсь, и наши друзья молятся за Горбачева, он живой, чтобы Бог коснулся его сердца, чтобы он не ушел из жизни, непримиренный. С Богом. Видите как? Одно дело ругаться уметь, другое дело помогать.
Вот у вас есть там президент свой. Чтобы вы молились, хорошие, чтобы закон он издавал. Да, чтобы не было этой коррупции, продажности. Чтобы люди могли свободно Богу молиться. Аминь, аминь, аминь. Люди, которые знают Христа, это люди мирные. Люди, которые надеются получить жизнь вечную через Господа, через Его пролитую кровь. Отец, как ваша супруга? Ну как? Во славу Божию. Сейчас слава, вот... вы ей привет передайте. Ее там рядом нету? А, нету, рядом она тут... Не рядом, она за стенкой. У нас тут... Мы тут с братом живем, она за стенкой у меня. Они сегодня днем пошли посещать больных и попутно раздают квитки о нашем сайте. А, ну да, правильно. Потому что на сайте у нас огромные просто склады богатства. 50 книг моим голосом там насчитано. И Библия, и Архипелаг ГУЛАГ, 12 томов Златоуста. Вот. Понятно. Слава Богу, спасибо вам, отец Игнатий. Я иногда вам буду вот так писать, если у вас будет время с вами говорить. Можно будет, хорошо? Можно будет. Можно. Да, вот На полчаса пораньше только начинаю звонить. Да, где-то вот к 7, вот так. У нас 7, а у вас я даже не знаю, сколько уже. У нас 10. Сейчас у нас 20 минут 11. Какая прелесть, что это есть возможность с вами говорить, слава Богу. Господь так делает. Вам помощь, отец Игнатий, чтобы он вас берег, чтобы вы долго-долго жили, долгие лета вам. У меня есть один сон, который не исполнился. Ага. Меня везут на корабле северным путем на север. Арестованного, видимо. Ага. Может быть гонение, и может быть Господь меня сподобит. Недавно я познакомился, в Mail.ru у меня появился один друг, Сергей. Он купался, там нырнул, ударился головой, и позвонки там у него все... Ему сказали 4 часа только жить. А он живет. И он живет, и у него там пальца два только шевелятся, и его на этой... там подстроили, и он может рисовать. У него показан целый ряд икон, чисто нарисованных, но в интернетной версии. И вот он маленько со мной побыл, мой отчет тут о поездке, и говорит, я понял вас, вам хочется умереть за Христа, быть мучеником. Я говорю, точно, абсолютно. Вот нас... Ну, отец Игнатьевич, это же не обязательно, не дай Бог, быть мучеником, правда? Можно и нормальный вот такой хороший, по-другому как-то умереть, и все равно... Да, можно, я просто говорю, он как понял-то, больной, а разум-то у него совершенно нормальный. И он это понял по настрою, по-моему. Да, я поняла. Не, я не хочу, чтобы вы как мученик умерли. Я хочу, чтобы вы спокойно умерли. Так спокойно, вот как святые ложатся, и все. И чтобы вот душа так радостна, чтобы ангелы вам сказали мир вам, и все. Это один святой такой был. Он как-то опасался смерти, и ангела все время просил. Ангел, сделай так, чтобы кончина моя была безболезненная. Ну и один раз ангел пришел, он опять его провожать пошел, идет дорогой. Я хотел тебя еще снова напомнить, ангел. Он говорит, обернись назад. Он обернулся и смотрит, там кто-то лежит. Он говорит, а кто это? Ну подойди, посмотри. Он подошел, а это его тело. Его душа уже вышла, уже идет с ангелом, а он даже не заметил, так безболезненно умер. Да, такое я видел. Я где-то читал, не то слышал, да. Так что вот я вам желаю еще лучшего. Вот как вот святые. Святые же не все они мученически умирали, правда? На какой месяц вы хотели приехать бы? А я не знаю, но это мы хотим еще. Бог, если захочет, пусть это будет. Чтобы это... Бог способствует трудящемуся. А так зимой, чтобы когда снег был. А у вас что-то экран так трясется, это что-то там... Это я держу, да. Отец Игнатий, зимой, когда много снега, вот чтобы настоящий... Хорошо. Я не знаю, если Бог захочет, конечно. Вы проедете в Потеряевку, где Виктор, который снимал. Ага. Вот, там лыжи, и вы там в Потеряевке на снегоходе покатаетесь. Ой, когда? С горки покатаетесь там. А тут город-то, еще мы живем, тут у нас... А у него там все есть. Виктор в деревне в Потеряевке. И мы вас туда отправим. Если Бог даст, если Богу угодно, я боюсь, так просто говорить боюсь. Ну как, мы должны... Нет, я просто, вы знаете, отец Игнатий, одно дело просто то, что я хочу просто погулять, а другое дело вот, чтобы на самом деле вот заслужить, да, это как бы. Мы насладимся беседой. Да, аминь, дай Бог. Мы будем благодарить Бога, что Господь пути наши свел.
что мы можем рассуждать о спасении в Боге. Дай Бог, дай Бог. Отец Игнатий, спасибо. Мы вас очень любим и благодарим за то, что вы делаете. Все, я позвоню вам еще. Хорошо, отец Хорошо. Игнатий? Есть, мира вам. Всем привет, всем мир. Всем мои лучшие слова. Хорошо? Хорошо. Все, спасибо. До свидания. Спасибо, спасибо, мира вам. Ну еще получилось? Какая она хорошая. Представь себе, это на совести монахов. Если бы монахи не сидели проповедовали, вот такие, как Самира, Мурсяль, это все были бы христиане. Никакой войны бы не было. Мы все дети одного отца. Видишь, какое у ней понятие, она заботится, что она может быть неправильной. Ну их так научили, что перевод неправильный был. А куда совесть-то деть? Совесть кричит, что я погибший. Мне не спастись. И Господь, Бог посылает Сына Своего. Вот. Пожалуйста, запись эту мы можем воспользоваться.